В американском конгрессе прошла конференция, посвященная отношениям США и Евросоюза с Россией, в которой принимали участие видные представители российской оппозиции и правозащитных организаций. На форуме обсуждалось, какой должна быть реакция Запада на принятие новых антидемократических законов и преследование инакомыслящих в современной России. Законодатели, представляющие Евросоюз, призвали правительства своих стран незамедлительно принять свои варианты закона Магнитского. Не замечать закручивание гаек в России значит поощрять действия Кремля, убеждены выступающие. Говорил об этом и один из организаторов форума, учредитель Института современной России, сын Михаила Ходорковского, Павел. Конечно же, очень многие люди, которые сегодня уже выступали на этом мероприятии и будут выступать, не могут не обратить внимание на репрессивные тактики современного правительства России. Я думаю, что консенсус на этом мероприятии заключается в том, что исполнительная власть не может продолжать игнорировать эти репрессивные тактики.